Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня мы собираемся идти на рыбалку, побросать резину на старом русле реки Припять в районе аварийного моста. И вот я решил по пути снять, как кипят у нас тут работы. Наверху уже насыпали полотно, скоро будут ложить асфальт. Сейчас вот ведутся декоративные работы. Равняют близлежащую территорию. Здесь летом стекло русло пустили по старому пути в обход, чтобы сделать мост. И вот сейчас уже это русло засыпано полностью. Сверху насыпали полотно на дорогу. И здесь все это дело заравнивают, чтобы придать первозданный вид. Сначала намыли песка, наровняли, а потом поверху засыпают черноземом. Ну, не черноземом, а грунтом с этого вот залива со дна. Это гора с песком, чтобы росла растительность. Пойдем мы ловить рыбу. Малый затон, там щука ловится. Вчера товарищ словил на 4 килограмма щупака и на 2,5. В основном такие небольшие килушки ловятся. Ладно, пойдем посмотрим на работу. Работают экскаваторы, один вон там, второй тут, и рассыпают грунт. Бульдозера равняют все. Уже остались основные работы сделаны, осталось тут сделать марафет, так говорится. Таким вот грунтом засыпают поверху, чтобы растительность росла. Поры песка. Земле я не знаю. Будете снимать, как щупака тянется. Да. Сегодня? С утра, может, нет? Ну вот точно так. Ну, может, и нам повезет. Я сейчас тоже приведу. Да тоже, да? Да. Ну вот это так надо половить, да. Ну, я тоже решил, погода сменилась. Где... А я не знаю, я бы ушли взял. Может, за десятку якую. И катушку за 20. Ну, бы ушли. Правда, верхушка уже поменена, сломал бы. Вот того отсюда. Даже не налазит до конца. А новое не знаю, новое дорогое. Доброе. Ну если рыбак, так надо браться. Ну. Доброе. Люди работают, рыбаки тоже. Так что когда обед у людей, стараются тоже рыбку зловить. Говорит, вот сегодня уже словили мужики на 4 килограмма щупака. Так что пойдем и мы свою удачу испытывать. Тут вот откосы крепят сейчас дороги. Откосы дороги укрепляют ячейками такими. Потом туда песок засыпают, а поверху грунтом со щебенкой, чтобы не сдувало ветром.
Сейчас уже 11:00 дня. Там вон на воде видно плавучее общежитие стоит. И не одно, а целых два. Рабочие там живут. Ой, народу сколько. Весь затон в рыбаках. Ну, будем ловить рыбку. Может, что и мы зловим. Рыбаков много, а рыба не грибы, но заплывают основного русла сюда. Тут затончик небольшой такой получается. Целое лето тут и прорыбачил почти. Тогда не было пешком, чтобы зайти на лодке все время плавать. Сейчас пешком можно ходить. Вон нивелиром смотрят уровень дороги, выравнивает. Скоро уже будем ездить по новому мосту, немного осталось. Вот такая вот тут идет работа уже. Осталась ерунда. Вон лучшие гостиницы видно в центре кадра. Здесь большой затон, а сюда поменьше пошел. И вон много рыбаков стоит. Это в основном тут рабочие ловят рыбу. Ну и местных пару человек может. Ладно. Будем ловить, руки будут заняты. Так что буду снимать только тогда, что словится. Это я хотел показать вам, на какой стадии у нас тут уже работы возле моста по восстановлению дороги на русле. Где засыпали, можно сказать, уже осталось ерунда потерпеть месяц, да. Будем ездить по мосту новому. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.